Как настроение? Отлично. Позиция в плане рыбы сегодня? Убить много. Большой. Раки будут? Куда денутся? Хорошая перспектива. На охоту! На охоту! На подводу! Солнышко! Погода нас радует. Мы сейчас едем по дороге, позвонили человеку одному, Роману Гаврилову. Так чисто просто сказали, что вот едем мимо него, и он изъявил желание сразу, говорит, все, я, говорит, собираюсь, я еду с вами. Мы не могли отказаться. Конечно, долго ломались, придумывали разные отмазки. Места не хватает, в машине места мало, да, вот можете сами убедиться, значит, заднее сиденье занято полностью пакетами, сумками, да. Вот, в общем-то, так и получается, что чем хорошо наше братство, тем, что едешь вот куда-то, да? Позвонил человеку, человек говорит, все, я, говорит, срываюсь, еду, настоящий подводный охотник. А вот наш подводный охотник, которого мы сейчас должны забрать. Рома! Вот. Всем пример. Нужно собираться подводным охотником на подводную охоту. По-быстрому, да? Позвонили буквально 10 минут назад, и человек уже готов. Так может что-нибудь в салон, чтобы... Ромыч, пару слов для фильма. Сейчас. Стесняться не надо. За раками жить. За раками? Да. А сумку для раков-то взял? Конечно, взял. А мы нет. Мне пришлось свой свитер подгадить, рукава отрезать от свитера, но. Так, устроились удобно, все нормально, нигде не жмет. Ну тогда что? Ну тогда что делаем? Закрываем дверь и едем куда? Куда? На подводную. Охоту, куда же мы еще? Конфетки? Конфетки нет, я уже насытился конфетками. Пойдем обсмотрим водоем. Да, прозрак есть, ничего не скажешь.
Зрак просто, я скажу, что офигенный. Красиво. Реально маски какие-то. Вот я не перебегать. Повышал на шкалу. Вигвам. Слушай, оно получается что? Вот длинное, да, как бы вытянутое. Что значит? Давайте, план действий какой? Ну давай занырнем, посмотрим. Банк повытаскиваем. Раков посмотрим. Короче, на этом озере мы собираем раков. Дальше, потом куда мы едем? Потом мы подумаем, а вдруг раков будет столько, что мы не увезем. У меня плиточка есть с собой, мы увезем их в желудок. Кстати, ты воду взял? Вон чистая вода. Земле.
немножко на уху. Чуть-чуть рак. Так, где там раки у нас, подождите. Где? Раки там не сожрут окуня? Да там мелочь, а что им? Им жить хочется, они есть, я думаю, что и потом. Так, ну ладно, давай к концу сюда. Мы сейчас его будем смотреть. Ночью-то пойдем? Ну, если силы останутся, то пойдем, конечно. Не, ну вы, мистер, 5 часов проплавали, конечно, это... Да что-то я сам подустал, действительно. Подустал. Давайте поближе еще ваш улов. Улов не велик, конечно. Ну, относительно этого озера. Наверное... Ну, в основном раки. Дай ласты, папа, дай ласты. В основном раки. Папа, дай ласты. Ну, вот и пару мелких щучек. Где ласты? Ну, дай у меня такие же. Ну, и окушки на хоп. У меня две щучки такие же. Окушков я вообще не стрелял. А я так тренировался. Правда, заряжать неудобно арбалет. Где ласты? Не-не-не, съел. Такие, блин, курицы летают. С руки корми. Она не прилетит. Куда я отключаюсь? Рыбуха. Сейчас. Рыба небольшая. Не упадет. Падает уже. Падает? А так? Ветер вообще на колду. А в это время? А в это время? Здесь происходит чудо. Вода варится уха. Вода пытается закипать. Идем дальше. Идем проверяем. У тебя там не кипит. А все бегают за мной. В это время. Я тоже. Трава. Сложно. Все задействованы. Все пределы. Картошку еще, кстати. Шица, между прочим, мною лично сваренная. Сейчас заценим. Не знаю, как получилось. Мне кажется, наваристо. Получилось классно. Ну, пахнет красиво. Вкусно, учитывая то, что мы с завтрака ничего не ели. Я съел все, что... Вкусно? Но я еще не ел. Сейчас все заценим. А, уже... Уже жмамкает. О, приятного... Кстати говоря, это мой улов, мы сейчас будем есть. А нас еще ждет вот это. Ну попробуем это закоптить. Да, мы это будем коптить. Только... Thank you.
Мистер, мы вот уху два раза варим. Рыбу покоптили, а вы тут раков, значит. Разрешите посмотреть, да, что пожалуйста, у вас происходит. Видите, закипать сейчас будем снимать. Вкратце так комментарии вот по этому. Ну что, раков поймали. Немножко. Кастрюлечку. Сейчас поедим. Ромка насобирал. Плохо расползаются, да? Красавцы, слушай, какие большие. Да. Так. Здорово. Герой-то кто? Мы-то так, по 5 штучек. Санька даже больше. Надо отпустить этих. Сыкрой, блядь. Вот одна. Ну что, молодца. Спасибо. Попадешь в кино, этого вырежем. Этого вырежем. Ладно? Ну что, попадешь, да? Я достаю обратно. У тебя батарейка нормальная, если посажу. Идем отпускать маленьких раков. Подожди. Маленьких и закрой. Да, маленьких. Вот. Подожди, стой, дай закрой, если сниму рак. Вот этот рак. Вот он. Вот рак. Мы сейчас будем их отпускать. Мы же не браконьеры. Отлично. Вот мы отпускаем рачков. Маленьких. Друг друга схватили. Давайте, ребятки, вон ловите. Там попоз. Дорогу дело делаем. Сначала поймали. Как там в рыбалке-то? Вообще называется, когда поймал и пустил. Как-то называется. Это... Рызбайн, да? Живут, я думаю, что это... С клешней подожжет. А клешня у него отрастет. Да? Да, да, вот это вот что-то совсем. А если смотри, на берег бросится парень. Просто они так смотрят. А, он на свет. Он на свет. Они попутали. Сейчас. Ага. Сразу положу. Молодец, слушай. Лихо ты. В общем-то, задача, которую мы ставили для себя сегодня, что она у нас выполнена, получается? Получается так? Ну, не на все 100%. Ну, но... А что 100%? Это еще твоя 3-килограммовая щука, которая ушла, тогда 100%? 50. Ну ладно, давайте, за удачу, за хорошую охоту. Да. Будем здоровы. Первый. Ну, выпили, теперь может... Ну, комментарий. Комментарий. Ну, считаю, что охота удалась сегодня. В общем-то, ехали за раками. Раков и поймали. Ну. Насобирали. 50 штук. Видели щуку, да. Раков мы в общей сложности 50 штук набрали. Видели щуку. Как назло, у меня не оказалось ружья. Щука была килограмма на 3 примерно. Красиво. Я ее попытался брать руками. Но она мне не далась. Опишите, какая она была. Красивая, наверное. Да, бока ободранные, в боях побывавшая. Опытная, наверное, просто была. Бывала я. Жалко, конечно, но ладно, задача, в общем-то, не стояла там поймать щуку. Задача стояла поймать раков. Раков поймали. Так, может, у вас как на допросе? Как на допросе? Да, вот так. Отвечать, да? Так, ну ладно, все, я где думаю. Где был, что видел? Ну, давай, пойдем. Блядь, черничкой. Вот и закончилась наша охота на сегодня.
красиво. Вообще просто красотень. Я думаю, тут налево. Сюда. Что, дальний? Да. Я еще против тумана полечил. Здесь мы не ехали точно. Ехали. Есть? Хватит, пожалуйста.